Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешивать, продолжаем качать силушку. Мы идем на миллион, делаем топовый твинк аккаунт, скажем так. Ну это уже больше, наверное, чем твинк, это больше основа, потому что я здесь больше времени играю, чем на русском сервере. Ну на русском я тоже, в принципе, играю, но не так часто. Так, окей, let's go. Смотрим, что нам сегодня IGG подкрутило. Вот такие вот плюшки. Ну, что я могу вам сказать? Это все не я, это все IGG, это все они. 5 лазуликсов. Ну, здесь лазуликс, это у нас ледяные, огник, куча скинов, куча плюшек, куча всего. Ну, самое основное, это здесь камни. Поехали дальше. Ну, 1900... фиников, ребят, это просто жесть. Давайте сразу финика качнем на максималку, чтобы не быть уже нубом. А то как бомжи, бомжи, не буду говорить кто. Так, окей. Ну, это, конечно, не относится к моим подписчикам, вы, я думаю, поняли, о коме. Поехали. У нас сегодня вот такая вот акция есть на английском сервере, и сегодня мы посмотрим, какие руны может получить без донат. То есть бездонатный игрок, если, конечно же, ему повезет. Так, я это все заберу. Это все мне надо. 10 стоит 8 жива. Ну, честно говоря, в принципе, такое себе. А вот за 810 смен, вот это круто. У меня они, опять же, тоже не нужны. Поехали дальше. Change. Так, скины дешевле стали. Вот он, ребят, 8-е исцеление. 8-е исцеление. 8000 само. Это для тыковки, для бездоната. Это просто эпически будет. И также, как видите, пророка Талантик тоже стоит за самое. Вот это самое основное. Вот почему на английском сервере вот эта акция для бездона самая топовая. Так, эмблемка дороговато. Поехали дальше, смотрим, что тут еще есть. 1000 смены. Ну, как видите, не особо выгодно здесь делать смены. Лучше покупать сразу уже за 10. Ребят, 9 руны по 3500. Наконец-то здесь начали их продавать. Я первый раз вижу, может, уже продавали. Но наконец-то их начали продавать по 3500 самов. Ну, мне они тоже, по сути, не нужны. У меня их там 600 в запасе, все герои девятки. Но опять же, еще одна крутая польза для бездона, если, конечно же, повезет. Так, ничего мы не выиграли, забираем так. Вот так делаем. Так, окей, поехали дальше. Сумки, 300 сумок четвертых, где вы можете достать панчбокса нормально. 5к всего стоят, но это тоже, опять же, 90%, ребят, ну ладно, заберем, потрешуем. Это просто жесть. Эпическая скидка. Ну ладно, заберем, пусть будет, загодится. На копейки все стоит. В общем, вот так вот. Просто трешечок на английском сервере. Вот это, конечно, правильно. Конечно, по-разному бывает падает, но опять же, эта акция здесь идет довольно-таки часто. О, кстати, что я не забираю? Надо забирать, скоро девятки ведут. Так, окей. Семерка, забрали. Поехали дальше. Девятка, вот видите? О, ну, так вот даже хоть немножко выиграли. Скидочку. Отлично. 5 сундуков. В принципе, тоже неплохо. 4800. Ну что, как вам? Напишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. На русском сервере этого однозначно не будет. Да, для бездоната это акция. Вот тут может... Ой, говорю, для доната это акция. Но бездонат здесь может тоже достать нормальные плюхи. Многие на английском сервере бездонаты писали уже, что они доставали. Тут офигенные вещи. Поэтому вот так вот. Так... Ну, что-то печалька, печалька. Ладно, заберем так. Вот смотрите. Вообще отлично. Да, конечно, тут смены вы напишите там и прочее. За самое.
Ой, точнее, за монетки эти донатные. Да, это так. Ну, есть, везет. Люди собирают, поэтому... так, мне больше надо вот эти. Давайте еще сменку сделаем, посмотрим. Вот, смотрите, как они неплохо падают. Ну вот как-то так, то есть без доната тут однозначно, если повезет, так повезет. Так, окей, с этим разобрались. Посмотрите, 5 камней вытащили. В принципе, неплохо, но, конечно, я потратил много смен. Ну, самое основное это для меня кристаллики. Так, окей, с этим мы разобрались. Дискаунт мы покорили. Поехали, посмотрим, что здесь интересного есть. Сердца, императорская, покер, аркада, счастливое число. Ну, с такого, такого ничего интересного нет. Поехали, посмотрим сюда, что тут у нас. Давайте попробуем словить что-то интересное. Призрачный. Молтаника. Череп. Интересно, некросы и огни здесь падают вообще. Или проще через рынок купить. Малыши ники падают. Ну, гаргул, ничего себе. Сердцеедка. Ну, как видите, здесь одни герои практически. Ну, опять же, они здесь не актуальны, эти призы. Почему? Потому что их можно и так купить, в принципе, за копейки по сравнению с остальным. Все. И Анубиса вытащили. Вот так вот. Накрутили нам IGG еще дополнительно вот таких вот героев. В принципе, герои неплохие. Так, окей, поехали дальше. Что там у нас еще по плану? Поехали, что-то пооткрываем интересное. Так, сумочки я вам коплю. Давайте вот эти вот сундучки пооткрываем. Вот смотрите, как рунки падают. Просто отлично. Супер. Смотрите, сколько рун выпало. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, в общем, вот как-то так. Что там у нас? Подкопились книжечки немножко. Можно дальше продолжать кач. Так, эти мы тоже откроем сумки тут. Для меня уже ничего интересного нет. 517, ребят. Что с ними делать, я не знаю. А вот эти будет интересно пооткрывать, думаю, для многих. Посмотреть, какие шансы выловить. А, так, окей. С этим мы разобрались. 6900. Вот так вот. В принципе, довольно-таки неплохо. Хорошо, поехали. Я сегодня хочу еще пройти тут локацию. Сейчас я попробую что-то придумать по героям. Так, с кого тут взять? Попробовать Арктику взять. Райка есть. Давайте с Арктикой попробуем. Так, смотрим по героям. Гаргул. Так, СО. Давайте попробуем такой вариант. Хочу попробовать утекание поставить рунами. Священку 9. Посмотреть, как он будет проседать, не будет проседать. Разные составы. Хочу разные талантики потестировать. Так, поставим сюда ангела. Так, гаргул у нас готов. Дальше. Бигфут. Перемка ему не нужна. Давайте поставим ему. Можно, кстати, поставить как вариант выживания. Почему бы и нет? Так, окей. Второй есть. Рея.
Так, фрая есть. 3, ПБшка. А, это я состав, я думаю, что такое? Это я состав собирал на этого. Как его? Блин, вылетело. На забытую битву. Думаю, что такое с составами? Что-то не так. Так, против Брандера до серой, окей. Давайте, кстати, на ПБшку тоже поставим. Выживание. Просто ради интереса, ради теста посмотреть. Тоже все-таки будет. Так. 3, да. Поехали дальше. Ром. Ром у нас будет 4. Можно было, кстати, хрону тоже качнуть ожив. Ну ладно. 4. Так, у нас была эта фрейка. Хорошо. Хрон 4. Арктика. Давайте попробуем на Арктике утекаху сделать. 9. Либо СО. Давайте СО попробуем. 9 СО и утекание рунами. Ради интереса пусть будет такая уже. У нас СО очень много, поэтому его не жалко. Ай, блин, чё я делаю? Они же с отражением. Вот я туплю. Блин, натупил я, что-то привык. А что этот? Все, ребят, сори. Я себе собираюсь, такой, думаю, что за фигня? Все, меняем обратно. Так, раз. И думаю, что, блин, за пачки стоят? Чё я это делаю? Такс. Меняем все обратно. Так, раз готов. Я думаю, что за фигня у меня творится тут. А это оказывается, немножко бравлеров перепутал. А, так, второй. АБшка. Третий. Правильно, в принципе, здесь можно поставить утекаху. Может, и утекаха ей даже не нужна, она все равно будет хилить больше, чем отражать. Поставим против него. Вот так вот. Так, Фрейя готова. Этот готов. Рон. Рон у нас есть. Готов. Вот опять же сталкиваемся с тем, что надо вот это вот все время менять. Вот это вот задрачивает больше всего. А, так. Я думаю, вряд ли мы сейчас тут вытащим утекание. Ремка. Ну, ремка здесь падает вообще отлично. В принципе, тут можно и талант поставить. Какая разница? Сейчас я гляну, что там у меня больше утекахи есть. А, утекание есть. Поставим так. Ну, а с вас, конечно, лайк за слив девяток. Так, окей, есть. Сделали. Не хватает. Хотя, в принципе, тут не столь важно, сколько там будет. Можно даже семерку ставить.
Так, с красными камнями я потом разберусь. И на Арктику надо поставить. Кто там у нас не стоит? Давайте панчбокса поставим. Так вот. Так, поехали. Поехали тестить. Ой, вот состав. В принципе, поменяли только Арктику. Попробуем. Вместо рогатки, так как рогатка сливается как-то странно очень быстро. Так, стартуем. Райка. Бигфут. Пробуем. Гаргула просто ушатала опять. Каким образом, я не знаю. Я что-то не понимаю, или что. Ну вот реально, смотрите, просто тупо выливает всех. Возможно, надо сразу ремки ставить, чтобы они включались по очереди. Сейчас попробуем такой вариант, но, как видите, печально. Очень печально. Опять посливались гады. Либо сейчас попробуем. Так, гаргул сольется, что так. Можно было бы просто талантом поставить. Плюс ремку. Жесть, и Фрей слилась. Идь. Ну да, в принципе, у нее что там отхил. Вообще дико. Ладно. Что-то либо я где-то втыкаю, либо я не знаю. Так, Фрея. Давайте Гаргулу вот так вот сделаем. Может, он так не сольется. И на Арктику поставим. Хотя, что мы на Арктику поставим? Она будет так сливаться. Ну, такой вариант пробуем. Поехали еще раз сольемся. Столько готовились, сейчас опять сольемся, как нубы. Вот и буду знать уже 100%, что СО лучше будет на этом дядечке. Так, давай. Сразу же минус 2. Каким образом? Непонятно. Ну ладно. В общем, надо походу, наверное, ставить талантом плюс ремки, тогда будет толк. Вот Арктика морозит. Это самый лучший вариант, наверное, будет. Вот такой вот. Ну, в общем, еще есть целая неделя, поэтому мы будем тестить, смотреть. Но, как видите, надо от отражения, надо, чтобы включались сразу. То есть вариаций очень много. Видите, он дамажит нехило, но вот такая вот сборка, в принципе, заходит. Но опять же, смотрите, как Гаргула прессанул. Ну, сейчас посмотрим, чем мы сможем 4 героями набить. Конечно, я фигню сейчас набью, потому что первую попытку мы просто просрали. Ну, Арктику однозначно надо, я думаю, как и Бигфута сюда брать. Плюс ПБшка тоже неплохо. Он наносит нормально дамага, плюс Фрея. В общем, будем тестить. Вот такие вот, ребятушки, перье. Напишите в комментах, как вы думаете, сколько у меня уже будет силы. Надеюсь, вы это напишите до выхода видоса. Точнее, до выхода. Или не будете подсматривать силушку мою на английском сервере. Да, видите, все-таки надо их попасть в кулдаун нормально, и все будет good. Правда, жалко, у меня минус 2 героя. Хотя, в принципе, у меня артики сейчас нет, и они нормально держатся. В общем, непонятно. Надо в любом случае по ходу ставить СО,
и этот талантик, тогда они будут жить. То есть священный огонь все-таки в приоритете для некоторых героев будет. Возможно, надо просто сделать их соживой. Потом они попадут в кулдаун и будет все good. Наверное, будет даже лучше всего. В общем, завтра протестируем героев соживой и посмотрим, как они будут справляться здесь. Потому что у меня, по сути, те, кто нормально держит урон, они живут. И они соживыми остаются. Я фигню там набил. Да, 330. Ну, я буду четвертое место. Хотя можно было свободно на первый выходить. Ну, завтра я поменяю состав, есть еще 4 дня. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.